Окончательный выбор в пользу Краснополянской больницы был сделан после знакомства ведущих пластических хирургов Москвы с ее возможностями. Операционные с современным оборудованием, диагностическая база, комфортные палаты. Все это произвело большое впечатление на команду столичных врачей, которые будут здесь работать. Ведь не только для пациентов, но и для докторов. Главное – полная медицинская безопасность услуг. После операции через 2 месяца. Она приехала счастливая, показалась. Валерий Якимец – пластический хирург, стаж почти четверть века. Эти операции, уверен врач, меняют не только лицо или фигуру. Они меняют медико-социальное значение, меняют мироощущение людей. Что важно, о причине улучшения внешности его пациентов, то есть об операциях, зачастую знают только самые близкие. В пластической хирургии очень важно проводить пластические операции так, чтобы окружающие не замечали, что эта женщина оперирована, чтобы пациентки выглядели естественно. Это очень важно. Центр пластической хирургии, по мнению властей курорта, привлечет новых туристов, людей, находящихся в поисках красоты и конфиденциальности. Кстати, появление центра именно в Красной Поляне – это часть общей мировой тенденции. Красная Поляна активно развивается как горно-климатический курорт. И практика всех горно-климатических курортов мира, она говорит о том, что на горно-климатических курортах обязательно появляются вот такие пластические клиники. Теперь здесь можно будет делать сложные эндоскопические операции, из-за которых раньше нужно было ехать в Москву или Санкт-Петербург. Пластика лица и тела, последующая реабилитация, но сначала тщательное предварительное обследование. Больница обладает большим спектром оборудования. Это ультразвуковое оборудование, это КТ-аппарат. Анжела Артемова, генеральный директор и главный врач клиники ЭСТА, говорит, все высокотехнологичные лаборатории и операционные больницы номер 8 в распоряжении пластических хирургов. Уже выделены палаты для будущих пациентов. Пластические операции платные, но, подчеркивают и врачи и власти Сочи, полученные деньги будут направляться в том числе и на развитие Краснополянской больницы, где лечат пациентов с обычными медицинскими страховками. Рената Шипулина, телекомпания ФКТ.